Команда Дагестана завоевала 7 золотых медалей из 8 возможных за 2 дня первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования близятся к завершению в Хасавюрте. Своих соискателей ждут еще 3 комплекта наград. Всего же старт в турнире взяли 350 участников. Наставники по итогам состязаний сформируют команду округа для участия в первенстве страны.